А что я заметил в Питере, нет стрелок отдельно на поворот, там, налево, направо. Вот, в Приднестровье, в принципе, так же, но там не такое движение. И из-за этого, ну, реально не сильно удобно поворачивать налево. Может быть, какие-то разные ситуации возникать, непредвиденные. Типа машина оттуда может лететь. И еще здесь нет отдельного зеленого света для пешеходов. То есть ты поворачиваешь, мало того, что ты должен еще убедиться, что машина в тебе в бочину не прилетела. Хотя вид переграждает другие машины, которые также поворачивают, только с другой стороны, так ты еще и должен как бы не сбить пешехода. Ну, как бы большой город, а вот так как будто в деревне все, к сожалению. It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Нашли место в Москве, где можно похавать без QR-кода, сейчас я вам все покажу. Вот она трапезная. И все, вот мы залетаем, без пропуска и QR-кода. Спокойненько, сейчас покушаем. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз я хотел бы сказать о том, сколько было собрано средств за все это время и сколько средств еще понадобится нам. Ребят, в 11 часов очень нужна ваша поддержка, ролик будет залит на канал.